Или типа соседство, там, где сосед сидел, ловил, он там закармливал, накидал кукурузы, сейчас карпы там плещутся. Пойду попробую там. Еще один карпик только забросил, просто только забросил. Это такой малыш. Вот он. Наверняка 30 сантиметров, его наверняка можно кушать. Вот, но я его отпущу, потому что если я его заберу, то мне нужно собираться, а я хочу еще половить. Я его все равно померяю. 35 сантиметров, чуть-чуть меньше, чем тот, что был. В принципе, можно забирать и есть, но я хочу еще. Только забросил, буквально, вот только-только успокоился свингер. Сразу же поклевка.
выпустил малыша, только забросил, вот буквально только забросил. Еще не успел наладить сигнализатор. И тут же поклевка. И карп в два раза больше. Сейчас я освобожу. Вот. Ну не в два раза больше. Но мы его сейчас померяем. Линеечка. 44 сантиметра. Первый был 39. Все, на этом моя рыбалка заканчивается, потому что я исчерпал лимит. Вот такой вот красавчик у меня. Сейчас пойдет в садок. Вот так вот просидела сегодня целый день. Целый день ни одной поклевки не было. И решил я бросать не подальше, а поближе. Каких-то 6-7 метров от берега. И сразу же моментально, моментально вот, нападение. Метод тонет. Белес начинает рассыпаться и попапчик всплывает. Все, и сразу же поклевка. Моментально. Вот. Работает. Все работает. Я искал вот эту штуку, переходничок с поводком, и я его нашел. Ура!
крысодок закинул на чердак в багажник. Посмотрим, как он высохнет. Просто мокрой рыбой воняет. Надо бы его по-хорошему просушить, но думаю, что он на чердаке там тоже высохнет хорошо. Через пару дней проверю. Так он-то мне мешать не будет, буду на работе, машина будет стоять под солнцем, должен высохнуть. Все, всем спасибо, что досмотрели. Пока.